в сегодняшнем выпуске. Что-то пошло не так, ребят, ну-ка провались туда. Есть, отлично, пока 2-0. Давай, давай. Нет, никому, нет, дурак что ли, нет, дурак что ли, мяч. Ты зачем так сделал? Ладно, я полетел отсюда. Ой, я чуть не упал. Я тебя сейчас щупальцами заботаю, давай, 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 тебе туда, туда, туда. Эй, почему твоя машинка мощнее? А, перевернулся, ничего себе, как, зачем ты так сделал? Ребята, всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Сегодня поиграем в Drive Ahead, да, будем выполнять всякие задания. Так, смотрите, оцените новые предметы в коллекции. Давайте посмотрим. Асфальтовый гладчик, бульдозер, паровоз, черепаха, зыбучие пески. Так, это у нас карта верхушки пальм. Замок из песка. Замок из песка, кстати, что-то новенькое, да. Хотя и зыбучие пески тоже что-то новенькое. А хотя тут все что-то новенькое. Шлем машиниста и краб. Хм. Окей, я давно не заходил. Так, подпишись на наш официальный канал в YouTube, ребят. У них официальный канал есть. Хотя это уже не новость, как бы. Так, у меня есть 338 жетончиков. Ну-ка, давайте крутанем. Что там? Корова. А, скопировать тачка. Скопировать тачка. Лесовоз простой. Лесовоз простой. Что получается, у меня уже была такая, да? 40 каких-то болтов, шурупов мне дали. Непонятно. 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 Так, хорошо. Ну что, переходим. Переходим на... в режим выполнения задания. Так, 40. А вот они для чего нужны, эти шурупики. Для покупки, для открытия новых... Для открытия новых... скинов, тачек, персонажей, я не знаю, тут полно всяких штучек, ребят, смотри, даже сани какие-то, ё-моё, чумовые. Так, летающая тарелка. Ага, тут динозавры есть, понятно. Так, шлем можно открыть, купить. А если купить, то чё они дают-то вообще? Бонус какой-то дают, что ли? Не понимаю. Наверное, может, их бонус какой-то дают. Так, хорошо, давайте выполняем задание. Ну, сегодняшнее у нас 14-е. 14-е, ребята, запись у меня идет как бы 14-го. Но выйдет это видео... выйдет это видео у нас 16-го, по-моему. Ну да, 16-го числа, кажется. Так, хорошо. Выиграй игру. Ну, давайте выиграем. Сейчас попробуем разбить голову противнику. 5 раз мне нужно... Ой, это что там было-то? Подводная какая-то мина. Я тебя сейчас санями по башке, как там... Точнее, не санями, а этими штучками. Сейчас ты утонешь, чувак. Я тебя сейчас своими оленюшками, оленями, как задам... задам... Ой-ой-ой-ой, ребятушки, сейчас эта штука может нас раздавить. Хотя нет, я, наверное, пониже. Есть, все-таки он лишился своей головы. Рай, куда? Куда ты лезешь? Нет, я валю от тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то пошло не так, ребят. Ну-ка провались туда. Есть, отлично. Пока 2-0. Пока 2-0. Ой. А эту тачку я, в принципе, наверное, уж там бы должен сделать. Но, к сожалению, мне помешал сзади мячик. Да, вот подзатыльник, мячик какой-то. Ой, и этот может мне подгадить. Ну, тебе. На тебе копытом. Круглым в виде колесика копытом тебя по башке на получил. Во, ребята, смотрите, новенькая у нас трасса. На тебе прям, прям в глаз, прям в те очечки тебя сломал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, эта штука поднимает. Мячик. Пингвин, ты чё мне футболяешь? Ну-ка, пошёл вон отсюда. Вау! Давай, давай. Нет, никому, нет, дурак что ли? Нет, дурак что ли? Мячик, ты зачем так сделал? Ладно, я полетел отсюда. Ёх ты! Проваливай, проваливай.
Ха-ха, я тебя заманил, вот тупой бот, а? Ребята, дурачок бот. Повелся, ладно, хорошо, я выиграл. За выбрать награду 45, естественно, не будем мы смотреть рекламный ролик. Так, июльское одно задание мы прошли. Смотрите, Кэтс, кстати, Crash Arena Turbo Stars. Ребята, я играл как-то в эту игру, даже пару роликов снимал. Но чё-то люди не особо ее смотрят, поэтому я ее больше не снимаю. Логично, да? Так, здесь что у нас? Задание, классик царь горы. Так, задание, ребят, переходим. Истоки. Здесь у нас, по-моему, динозавры, да? Так, плевое дело, выиграй гонку. Обычный режим. Эть, колесиком. Ой, у меня преимущество, ребята, можно смело его давить. Отлично. Ой, у меня опять преимущество. Ну а тебе? Ничего себе. За рулем ниндзя. Огромного какого-то молоковоза, что ли. Это что, натик? Эй, вообще-то я думал, что сейчас в него крысо попадет. Оказывается, в моего инопланетянина попал. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Улетел. Ха-ха. Тупой бот. Дурачок бот. Отлично. И... Ой. Ой. Я чуть не упал. Ой. Я тебя сейчас щупальцами заботаю. Давай, 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 давай. Тебе туда-туда-то. Эй. Почему твоя машинка мощнее? Перевернулся. Ничего себе, как. Зачем я так сделал? Так. На тебе, своей башкой я тебе сломал там железку. Ага, у меня преимущество. Отлично. Так, трактор задавил какую-то коробку с роботом. Бам! Есть! Мотошлем победил. Мотошлему... Я на мотошлем еще не ездил. Так, выиграю гонку. Это я прошел. Так, победит двух врагов. Но это сделать будет тоже несложно. Мне поможет мотошлем. Ой, как мне везет. Пока нет, не повезло. Все-таки перекрутил. На самом деле у него было преимущество. Ой! Ай! Это что такое? Мне... А что мне нужно делать? Победи двух врагов. А, понял. Бам! Двух врагов победить нужно. Ай, ковбой, нет, ковбой. Ты же сейчас довыпендриваешься. Ой, полетели со мной вместе. Эй, он тоже разбился. Дайте мне... Опа, у меня преимущество. У меня преимущество. У меня преимущество. Ты чем кидаешься? Клюшку свою забери. А, это гольф. Гольф-тачка какая-то. Так, отлично, ребята, забираем награду. 10, что там, 10 монеток. Всего лишь 10 монеток, жадина, говядина. Так, победи 10 врагов. Ух ты, у меня преимущество. У меня огромный каток. У меня огромный каток. У меня огромный каток. И чё толку? Я разбился. Так, у меня огромный каток. Ёх ты! Вот это меня просто выкинуло. У меня огромный каток. У меня каток. На тебе, понял? Их ты! Эти коробочки с сюрпризами вообще какие-то никчёмные. А чё они мелкие все? А, ребят, это слишком просто. Так, уже посерьезнее обезьянка пошла. Сам уехал, я не виноват. Я тебя сейчас седлаю, есть. Ёшкин ты матрёшкин. А, понятно, почему они говорят: убей, уничтожь 10 врагов. Ой, куда ты сам поехал? Опа. А чё они колбасят сами друг друга просто? Они, не то что друг друга, а сами себя просто уничтожают. Оп. Нет, я застрял. О, господи. Ребят, я реально застрял, ничего не могу сделать. Ну, естественно, я застрял, и все, трубец, ничего не могу сделать. Фуй, ну вот это кошмар, конечно. Так, эти штуки... О, ты на меня заехал. Так, на самом деле, не так уж и просто все это сделать. А, вот эта вот центральная штучка меня перевернула просто, переднее колесо моя подняла, и трындец. Я за тобой лечу, лечу за тобой. Ой, ой, нет. Да что за опасная штука-то? Так, чувак, привет. Давай еще следующий кто? Ну давай, спускайся, нате коробку. Эй, коробка, иди туда. Их ты, все-таки задел задним колесом, успел задеть. Ах ты чертенок, я наверх. Бам,
Ага. Так, ребят, на этот раз нам никто не будет мешать. Это хорошо, будем их таранить вот так вот, просто катком их, вот, я не знаю, закатывать просто, в асфальт просто закатывать. Угу, езжай, езжай, молодец. Так, это будет сделать несложно. Так, этот уже посерьезнее, чувак, давай, давай сам. Отлично, ребята, сколько еще остается? 9, 10, есть, выполнил задание, наконец-то. Фух. Так, большой громила, выполнен огненный смерч, у нас дальше идет. Так, ребят, ну что, на этом пока остановимся, да, хотите увидеть продолжение, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Делитесь этим видео, говорил, не говорил? Ну, в любом случае, ребята, делитесь этим видео, да, 2 раза делитесь, 3 раза делитесь, 10 раз делитесь. Ладно, увидимся в следующем выпуске. Завтра у нас выйдет очередной выпуск какой-нибудь по какой-нибудь игре, ребята, в 9 часов утра. Так что не пропустите. Всем пока-пока.